В здании кого? Да, видимо, в здании враг. Возле входа, слевее. Вижу. Помните, что надо удерживать, чтобы болтовка ствол не задирала при выстреле? Просто огонь удерживай. Я уже гранатами закидываю, а он убегает. Почему я его не вижу? Один, а он до дома ушел. Возле вышки. Он минус. Или без сознанку упал. Без сознанку упал, зараза. Кто? Он только убегал. А, все. Может подойти до минус. Около магазина, скорее всего, еще живой. Он тот, который убегал от гранат. А, ты убил его, да? Нет, нет, ему в голову попал, он без сознанку упал. Так, я добил что-то... того, кто вот упал. Ну, все понял. Нет, 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 ты его не добил. В юго-западе. Если на юго-западе, то я его добил. Не тот. Значит, не тот. Сейчас пойду схожу, посмотрю. Нет, живы. Калаш вроде стрелял. Да, иду проверять. Вижу. Ай! Минус. Или это ты? Нет. Нет, это не ты. Это я. Да нет, и там, в куртах лежит. Проверю, убью. Оказывается, кнопка исправить клин оружия есть, а я про него сильно включал. А это ты щелкал, значит, да? А мы там слышим кто-то, щелк. Это очень больно, когда ты наводишься на противника, нажимаешь, а у тебя оружие заклинило. А у тебя щелк. На пол карты. Пашу решил добить. Да. А меня дезинформировали, сказали, он мертв. Ну, где-то сметана слева, стрела у него неплохо. А это Будир убегал от моих гранат? Да. Нет. Это было забавно, так кидаешь гранаты, оттуда и убегает человек. Артур, он тоже так убегал. Тоже. Ай. Рядом со мной перевернул. Все. Знаешь, что это веселое? А это не все? Нет. А кто на КамАЗе ехал? Я. Mm-hmm.